Водитель грузовика отказался уступить дорогу машине скорой помощи. Правоохранители начали проверку этого случая. Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома на улице Фрунзе в Новосибирске. Водитель грузового автомобиля выполнял заказную поездку. Он перегородил проезд и отказался пропустить автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, врачи везли тяжело больного пациента. Жителям двора пришлось спешно разыскивать владельцев других припаркованных автомобилей. Только после этого дорогу неотложки удалось разблокировать. Полицейские сейчас устанавливают владельца и водителя грузовика. Им грозит штраф. Проверку проводит и Следственный комитет.